лишнего веса вы имеете. Зашлаковано все. Я бы сказала не зашлаковано, я бы сказала, что все засрано. То есть организм засран. Просто капитально. Потому что я имела на себе лишних 36 килограмм, мой организм был засран. Как вы думаете, мне на тот момент было 20 лет. Как вы думаете, мне было тяжело снижать вес? Я имела лишних 36 килограмм на своем горбу. Мне было тяжело снижать вес, да или нет? А то, может быть, думают о том, что мне было не тяжело снижать вес. Может быть, все думают о том, что ай, ей повезло, ей было 20. 20 лет легко снижается вес, как это обычно говорят. Ребята, конечно же, нет. Мне было очень тяжело снижать вес, потому что я имела много лишнего веса, я имела много лишних килограмм. В 20 лет это быстро снизить вес. Можно быстро снизить вес не только в 20 лет. Существуют программы и системы питания, такие, которые помогают человеку и в 60 лет снижать вес быстро. Ну, легче сбросить в 20, нежели в 40. А я уже объяснила, почему легче вес снижать в 20 лет, чем в 40. Из-за метаболизма. Из-за гормонального фона. Из-за того, что вы мало лет живете на этой планете. Да? Когда вам 20, вы прожили 20 лет. А когда вам 40, вы прожили 40 лет. Вы 20, когда вам 20, вы 20 лет неправильно питались. А когда вам 40, вы 40 лет неправильно питались. И, конечно, сложнее. То есть организм забит, он засран. Он отравлен. Или, может быть, у кого-то организм не отравлен. Спасибо, спасибо, ребята. Очень приятно за поддержку. Всем с добрым утром. Кто меня еще не видел, не знает, присоединяйтесь, ознакомьтесь с моей системой, становитесь участниками клуба. Вот тут скинуло 30, все пришло назад у кого-то. Ну, я как раз-таки работаю таким образом, чтобы вы скинули вес и больше никогда не набрали. То есть вот в чем преимущество той системы, с которой я работаю почти 13 лет. Когда вы снижаете вес и больше никогда не набираете. Ирис, спасибо большое, очень приятно за Роуз, я их собираю. Ребята, если вы хотите поддержать прямую трансляцию, да, если вас интересует здоровый образ жизни, если вы мечтаете быть вечно стройными, вот вы можете поддержать эфир в виде подарков, которых я собираю. Да, вот я сейчас собираю Роуз и венки. Спасибо, очень приятно. Доброе утро! При желании можно скинуть вес в любом возрасте. Конечно, конечно. Все зависит от желания. Это логично. Я про это желание с вами говорю уже... Сколько я на прямой трансляции? А, кстати, друзья мои, мы можем поздравиться с вами. Я на прямых трансляциях ТикТока 3 года. Санта, спасибо большое, очень приятно за поддержку. Ребята, вы можете меня поздравить. Мы с вами на прямых трансляциях ТикТока 3 года. 3 года назад к клубу, к виртуальному международному онлайн-клубу присоединился первый участник с прямых трансляциях ТикТока. Можете себе представить, какая прелесть? 3 года прошло. Спасибо, спасибо. Очень приятно за Мишку. Ребята, стучим, 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 стучим по экранчику, вот так вот все вместе. В знак поддержки порадуйтесь, пожалуйста, за меня. Дайте огня, дайте энергии. Нас с вами 300 человек на прямой трансляции. Если вы все вместе постучите по экранчику, у нас с вами здесь будет 100 000 лайков.
если это просто брать и вот так вот без остановки стучать. Также у вас есть здесь вот такая вот стрелочка внизу. Вы можете поделиться прямой трансляцией со своими знакомыми, близкими, родными людьми, чье здоровье вам не безразлично. Кому бы вы хотели помочь? Александр! Спасибо, спасибо. Мы уже с вами сколько лет вместе? Как перестать кушать сладкое? Просто перестать его кушать. Спасибо, спасибо, очень приятно. Спасибо. Мой любимый вопрос. Отвечаю на него 12 лет. Как перестать есть сладкое? Просто перестать его есть. Не знаете, как это сделать, нужно начать кушать продукты сбалансированного питания. Потому что продукты сбалансированного питания помогут нормализовать уровень сахара в крови, а когда у вас будет нормализован уровень сахара в крови, тогда вы автоматически перестанете есть сладкое. Таким образом у человека пропадает инсулинорезистентность, друзья мои. Это можно сделать с помощью продуктов сбалансированного правильного питания. Спасибо, спасибо, очень приятно. Все элементарно просто, но наши люди привыкли усложнять. Мой любимый вопрос. Мед можно? Ребята, кто меня знает, кто смотрит мои стримы, ответьте, пожалуйста, девушке на прямой трансляции. Я так понимаю, то, что она видит меня в первый раз. Ребята, всем, кто видит меня в первый раз, это знак, это судьба, вам очень крупно повезло. Меня зовут Анастасия Климович, я нутрициолог-диетолог с 12-летним стажем. Я помогаю людям снижать вес навсегда. Разбираться с продуктами сбалансированного питания, разбираться с продуктами правильного питания, менять привычки питания навсегда для того, чтобы вы сохранили свой вес и полученный результат навсегда. Мне кажется, да, нет, нельзя. Можно ли есть мед? Друзья мои, если вы хотите снизить вес, да, красиво, качественно, комфортно, без вреда на организм и без обвисания кожи, вы всегда можете со мной связаться через мой телеграм. Вот, посмотрите внимательно. Вы лично со мной связаться и задать вопросы можете в моем телеграме. Вот. Больше никак, потому что у меня завалено все. Я когда уходила от сахара, ела мед. Лариса, это правда или я сейчас упаду со стула? Ребята, что касается меда, ну, это бесконечный цикл. Это когда я тебя не знала. Слава Богу. Значит, друзья мои, мед – это очень интересный продукт, потому что если выбирать, например, сахар или мед, да, то есть давайте возьмем с вами, ну, у нас есть с вами весы, к примеру, да, чаша весов. Есть красненькое яблочко, есть зелененькое яблочко. Вот давайте представим то, что зелененькое яблочко – это мед, а красненькое яблочко – это сахар, который вы кладете в чай. То есть если...